Возрожденный «Локомотив» стартовал с победы. Новый «Локо» показал себя. Ярославль начал с рекорда. Так звучат заголовки публикаций, посвященных первой в этом сезоне игре Ярославского хоккейного клуба. Вчера вечером его новый состав провел дебютный матч ВХЛ, одержав красивую победу над альметьевским «Нефтяником» 5-1 и собрав аншлаг на трибунах. Надо сказать, что и соперники «Локомотива» отдали должное его по-настоящему драйвовой игре. Об этом на послематчевой пресс-конференции и услышал Александр Рябков. «Локомотив» удачно стартовал в чемпионате ВХЛ. Один из лидирующих клубов лиги вчера капитулировал перед новичком 5-1. На послематчевой пресс-конференции оба тренера спешили поздравить железнодорожников с дебютом. «Ребята старались, выкладывались и, наверное, заслуженно победили. У нас сегодня что-то не получилось, а так считаю, что «Локомотив» выиграл по игре». «Ну, благодарю всех, понравилось, хорошей победой. Вот, и сказал же, что то, что молодцы, что сумели подготовиться, как мы их настраивали, на то, что это будет нелегкая игра, тем более совсем другой уровень. Но я думаю, что они прониклись нашими мыслями, нашими опасениями, что может произойти всякое. Слава Богу, все обошлось». Действительно, ребята хорошо подготовились к этому матчу и быстро подхватили уровень игры в ВХЛ. Первыми открыли счет и надежно блокировали все подступы к своим воротам, практически не ошибаясь в обороне, успешно завершая атаки. Но вот в поле борьбы в одном из столкновений в углу площадки защитник гостей Сергей Серебряков клюшкой задевает переносицу Эмиля Галимова и рассекает ее. Лед еще долго чистили от крови, а Эмиль так и не смог продолжить эту игру. Он один из трех игроков, которых отпустили на один матч прямо из сборной. Петр Ильич обещал, что все они вернутся на сборы в тот же вечер. «Там рассекли ему, но я думаю, что, слава Богу, еще там несколько швов наложили. Я не уеду сегодня». Петр Ильич отдельно отметил игру еще одного очень важного игрока. Вчера им стали болельщики ФК «Локомотив». «Надо поблагодарить их, болельщиков. И, ну, я скажу, мы еще, скажем, не раз, по-моему, слава благодарности болельщикам, потому что знаем, насколько здесь Ярославль любит хоккей. Вот. Я надеюсь, что ребята своей игрой заслужат уважение перед нашими болельщиками». Кстати, болельщиков действительно было очень много. Они даже поставили рекорд всей высшей хоккейной лиги по посещаемости – 9046 зрителей. Александр Рябков, Максим Сушанов, городской телеканал.